Приветствую вас. Я бы сказал, что очень важно ваше состояние вам проживать. Очень важно плакать, очень важно страдать, очень важно делать это с другим человеком. Вот, очень важно позволять себе болеть, позволять себе ну вот, испытывать все эти чувства именно другим человеком. Вот, не отвлекаться, как раз таки, ни на что, а просто болеть и страдать. Пока вы эти чувства не проживете, пока вы все больно не выразите, не выплесните, вот, вы не сможете двигаться дальше. Делать лучше всего это с специалистом, с психотерапевтом. Вот, который работает с такими вот моментами, которые помогут вам прожить, пережить и отпустить год. Вот. То есть понятно, да, что вот, со своими чувствами, да, вот именно со своими чувствами. Вам, ну, ни в коем случае не нужно бороться. То есть, вот, я надеюсь, вы это понимаете. Я надеюсь, вот этот момент, вы в нем отдаете себе отчет. Вот. Дальше. Следующее, на что хочу значит, ваше внимание обратить. То, что вы потеряли вместе вот, ну, с уходом человека, это очень важный момент, чтобы чувствовали, чтобы ощущали, что вы именно потеряли. Вот. У вас будет понимание, что вы потеряли, у вас будет, четкое видение того, с чего вы лишились, и вы сможете это себе как-то потихонечку додавать. Следующий важный момент, это понятно, что человек был вам близок, и, соответственно, мы можем с ним общаться, до сих пор. Мы, опять же, в работе со специалистом вы можете научиться видеть и взаимодействовать с образом человека, который ушел. Но очень важно сделать это так, чтобы вы не скатились в зависимость. Вот. Единственный способ, которым вы можете себя поддержать, не обращаясь на психотерапию, это выражать и плакать другим людям. Не одиночку, не в одиночку, не неограниченному количеству людей, а именно кому-то. И получать обратную связь, адекватную. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что вы все-таки не будете самостоятельно этим заниматься. Надеюсь, вы доверите себя профессионалам. Вот, и сможете максимально без потерь в этой ситуации. Безусловно, тяжелый, неприятный быть. Удачи вам!